Битва 9, город Грозный, Чеченская Республика, Россия, 4 октября. И очередной ежегодный турнир проводится именно в эту дату в связи с днем рождения главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Но вот сейчас к поединку. Фанил Рафик, Нагай, его прозвище, уроженец Казахстана. Посмотрите, сейчас сам пропустил. Знаешь, в левше. Не могу ничего сказать, потому что когда я приехал, он уже перестал спарринговаться, он чуть раньше приехал на сборы, и поэтому не видел его в деле. Но, знаешь, я думаю, что я видел, как он в последние дни готовился, чуть подгорал он, конечно. Хотя послужной список, напомню его, дорогие друзья, 7 побед и всего лишь одно поражение у Фаниля Рафикова. Я думаю, просто он не дрался вот на таком уровне, и, знаешь, как говорится, выражение «стопор по весь висеть будет от напряжения». Когда вот, наверное, он увидел это, и вот когда он это все увидел, я думаю, что, наверное, чуть начал переживал. Но я надеюсь, что он справится с волнением и сможет как взять под контроль. А что касается бойца из Греции, ну, конечно, очень такой непонятный рекорд 6-7. Но все равно я думаю, что опыт у него есть, и недооценивать соперника нельзя даже при таком рекорде отрицательном. Да, непонятно, вы имеете в виду, что поражение больше, чем побед, в этом? Да, да, да. Можно сказать, что он проходной боец, да? Да. Для него. Но опять-таки, я говорю, даже при всем при этом нельзя недооценивать соперника. Посмотрите, как сейчас он бросился с правого такого свинга и промахнулся невероятно. Такой даже в замедленном движении, как будто удар он наносил в слоу-моушене. Так, посмотрите, сейчас Фаниль, по-моему, чуть подуспокоился, расслабился, чуть скинул плечи. В левше, напомню, дорогие друзья, он работает, правосторонние стойки. Сейчас вот тейкдаун очередной за ним. Ну, по-моему, насколько я знаю, что у Рафиля все-таки база ударная техника. Поэтому, мне кажется, надо ему все-таки пытаться его все-таки бить в стойке. Да, очень здорово, что вот Михаил будет по ходу трансляции давать нам такие экспресс-комментарии именно действующего профессионального бойца смешанных единоборств. Те или иные нюансы. А еще есть вот такой момент, он очень сильно давит на соперника. Вот ты вроде его перевел в партер, побил, и в какой-то момент встаешь и начинаешь работать с ним в стойке. То есть ты сам уходишь осознанно с партера и продолжаешь бить его в стойке. То есть это на соперника очень сильно как бы. Вот что я имел в виду вот так вот. А взять, если его поднять и начать как бы бить. Ну вот он, в принципе, это и сделал. Да, вот сейчас мы как раз это увидим. Молодец, правильно сделал. Наверное, он услышал нас. Да, отчасти. О, навстречу попытался Фаниль с левой прямой запустить. Тем более он левша. И левша, как правило, он сам по себе таит уже угрозу. И с левшой надо уметь работать. И видно по вот, ну, как бы, мне как профессионалу достаточно одной минуты, чтобы понять, может человек, да, как бы в стойке двигаться. Есть у него школа какая-то, база. Видно, что у него нету, поэтому если человек не обладает определенной базой, то очень тяжело драться, допустим, против левши. Если левша все сделает правильно, то он может очень быстро закончить бой. Да, с вами согласен, да, целиком, вот полностью. Секундант даже говорит, побоксируйте. Я точно считаю, что с ним надо боксировать. Кстати, можно... да, огромное количество хаотичных действий со стороны грека мы вот видим. Молодец, хорошо. Супермена запустил. Встречать надо, зачем вот он уходит? Здесь, кстати, такие нестандартные действия пропускает уже стороны греческого спортсмена сам Фаниль. Да, вот он его загоняет к сетке, то есть проделывает эту работу и делает потом шаг назад. Здесь ты его загнал, ты или атакуй, вот. Вот есть попадание, и жесткое достаточно. Молодец, да. Или надо атаковать, или встречать уже. Причем хорошие комбинации. Молодец. Левши, это просто классика. Он сделал сейчас двоечку, левый прямой, правый сбоку и тут же левый мидлкик по печени. Это классика для левши. Я хочу сказать, что он еще продемонстрировал очень хорошую контратаку в борьбе. Он оттянулся от прохода в ноги и сразу контратаковал сам проходом. Это, ну, как бы говорит, значит, что он умеет, видимо, бороться. Что у него есть какие-то навыки борьбы. Я говорю, я когда приехал, он уже... Ну, как бы, заключительная часть у него шла, он весогонкой занимался, и поэтому я не видел его, как он борется, как он боксирует. Ну, и честно признаюсь, Михаил, мне нравится. Да, все-таки бойцовский клуб «Ахмат» — это же
клуб мирового уровня, уже, как мы знаем, и по именам, по фамилиям, которые присутствуют в клубе «Ахмат», начиная только с Абдулкерима Идилова, уже бойца UFC, действующего бойца UFC, чемпиона мира двукратного универсального боя, чемпиона мира промоушена Fight Nights, заканчивая Русланом Магомедовым, который сегодня одержал победу. Мы его все поздравляем от души. Да, третья победа в UFC в лучшей лиге мира. И крутейшие парни представляют клуб «Ахмат». И, конечно же, Фаниль, я думаю, не просто так оказался в стане клуба. И сейчас фулл маунтинг, смотрите, мог бы сделать. Не хватило 5 секунд. Молодец. Хороший бой он показал, хорошую работу в стойке. Чуть-чуть он, было вот это волнение в начале, но он начал справляться с ним. Я думаю, что успокоится, и второй раунд, я думаю, что он должен закончить. Если все сделает правильно. Я думаю, что я бы ему посоветовал работать в стойке, вытягивать его на себя и встречать. Или самому пытаться контратаковать на серии, и все получится. Надо лезть в борьбу, если ты намного себя комфортнее чувствуешь в стойке, тем более, если твой соперник пропускает удар. Зачем лезть в борьбу, давать ему там как бы защититься, возможно. Почему иногда вот может быть есть нюансы, не так громко, возможно, услышать Михаила, потому что здесь целый креатив, здесь огромнейшая благодарность всем тем людям, которые помогли нам сделать, все-таки установить какую-то более-менее нормальную связь, и поэтому, но опять же, события мы видим непосредственно с места, находясь здесь рядом у клетки, прям буквально дыша этим же кислородом, поэтому для зрителей это особенно всегда интересно. Поэтому, Михаил, постараюсь говорить громче, чтобы меня громче слышали. Да. Все, обещаю. Опять же, вот сейчас в стойке начинается. Молодец! Тут же в ответ. Вот, отлично! Очень то, что я от него и хотел, как сказать. То, что я от него и хотел. Работаю. И вот попал. Еще раз. Продолжать надо. Надо наращивать свое преимущество. Да, сдвоенные и стройные атаки нужно конечно. Делать. Конечно, ты попал и остановился. Еще раз попал. Молодец! Хорошо, что завершает так можно. Ну, мне очень он нравится. Я первый раз его вижу. Он у меня оставляет самое приятное впечатление. Прихват хороший, молодец, перевод. Да. Такой, видишь, и обманывать пытается, то есть он атаковал с рук, сразу проход в ноги, когда тот опять ждет атаки. Ну, это называется работа на два этажа. Да, как раз то, о чем говорил Абдулманап Нурмагомедов. Всегда нужно работать для классного смешанного единоборца два этажа. Это внизу, и ты должен быть максимально готов ко всему, что происходит, конечно, в партере. И вверху, в стойке. Конечно, у нас же не бокс, у нас же не чистая борьба. У нас смешанные единоборцы, поэтому бою можно. Но аксиомы не существует как таковой, чтобы одержать победу. Нужно пытаться обмануть соперника как-то. Потому что прямолинейно, тебя могут чисто раскусить. Молодец. Просто застаивается вот долго. Да, вот паузу берет, конечно. Он, потому что где-то в начале, я думаю, вы правы, Михаил, он где-то перегорел или подгорел, наверное, потому что перегореть, если бы возможно было для него, то он не показывал бы вообще никакого качественного боя. Он подгорел где-то. И те нужные функции, которые ему необходимы для боя, он их где-то потерял уже до поединка. Чуть-чуть быстрее надо бить, чуть-чуть быстрее. Видите, зависает, он паузу поставил. Молодец, еще. Заходит на такую дистанцию. Средняя дистанция, это очень самая опасная дистанция. Да, все нокауты. В ударной технике, да, однозначно, ударный. Самая опасность. Так он заходит на эту дистанцию и не бьет. И сейчас, смотрите, и амплитудный бросок. Спасибо. Амплитудный бросок. Такой отчасти бросок слэм, потому что получается такой еще с ударом, с эффектом звуковой составляющей, и это, конечно, особенно всегда знаково является для аудитории. Ну, молодец он, я думаю, что он выполняет полностью план установки. Максимум это перевод в партер. Удары, перевод в партер. С партера подниматься, не возиться с ним, там, не уравнивать свои шансы, а именно доминировать именно там, где у него как бы это получается. Делает все очень правильно. Да, вообще, вот, вообще опять те шансов. Самые паузы. Вообще никаких шансов. Единственное, здесь провал, вот, можно работать. Да. И он дал такую паузу, что соперник уже сам осмелел и пошел, начал. Ищет сейчас. Левой руки хочет зацепить, да, мы видим. Ну, сейчас. Ищет, надо пытаться. Вот, надо при помощи ударов искать. Не просто стоять.
Еще бы я посоветовал, наверное, ему все-таки, ну, по-боксерски, если назвать этот термин, ну, раздергать своего соперника и потом контратаковать. Да, раздернуть и вернуться к нему. А он просто вот или атакует, ну, или встречает, а попробовать выдернуть его, обмануть, показать, и я думаю, тогда будет то, что он сделал в начале раунда. Хорошо. Встречает хорошо. Супермен опять готовил он. Тут же повторяет за ним Грек, уже не первый раз, что как только Супермен делает этот удар прыжковый, флайн панч, так называемый, еще иначе на английском манер, как только делает фаниль, сразу повторяет за ним Грек. Зажал, вот, молодец, продолжай еще. Не делает он сдвоенных атак, да. Мы с самого начала с вами отметили, у него нет этого почему-то в этом бою. Я думаю, что он это не делал на тренировках. Такое задание очень тяжелое, сдвоенные, стройные атаки. Над этим надо именно... Оу, бэквист точно! И причем настолько верно сейчас он был нанесен по технике, так чуть замедленном действии, но боец из Греции, Кристош Пласирис, просто так очень легко его пропустил и чуть его оттянуло от инерции этого удара на клетку. Не, ни в коем не надо, гильотину никакую оттягивать, совершенно верно. Я думаю, зря ему подсказал. Бери на гильотину. Все правильно он сделал. В таких случаях надо оттягивать на ноги то, что он сделал. Молодец. Но я хочу сказать, просто он успокоился уже полностью. Видно, что он уже расслабился. Уже... Ну, концовку можно, в принципе, вот в таких случаях я иногда лезу в борьбу и пытаюсь побороться, что-то прыгну, понимаю, что осталось времени немного, даже если я там попаду на какой-то болевой прием, я смогу... Левый хайкик точно. Левый хайкик в пользу Фаниля Рафикова. Заканчивает он успешным действием очередной раунд. Ну и здесь, по-моему, для всех все ясно. Единственное, может быть, Михаил, как раз от вас... Ну что, посмотрим. Молодец, очень хорошо. Такая чистая боксерская техника. Ушел влево и слева атака. Знаете, так тоже вам откровение дам, Михаил. Есть боксерская, естественно, хорошая школа. У Фаниля казахская, тем более, школа бокса. Да, там, конечно, очень там, конечно, все с традициями прекрасно. Но, вы знаете, не хватает жесткого точного попадания. У него видно, что не поставлен удар тяжелый, нокаутирующий. Нет вот панча так называемого. Даже попадая точно, он не болтает и не цепляет своего оппонента, если вы заметили. Мне кажется, он боится. Боится попасть, пропустить. Боится пропустить, да, сам вот ответ? Да, он как-то вот все делает очень осторожно. Такое есть выражение «точный расчет», а есть «глупый риск». Вот в данном случае, наверное, все-таки точный расчет. Да, может быть, кстати, да. Может быть. Сейчас был очень креативный удар для ММА. Это для кикбокса или тэквондо является норма. С передней ноги такой ёбчаги в продолжении скольжения на опорной ноге. Фаниль сейчас попробовал. Знаете, с такой техникой даже не случается, что этот парень дрался по кикбоксу в Казахстане. Я думаю, что дрался. Потому что еще, что характерно, он после рук всегда кидает. Да, идет нога, у него левая нога идет, да, после вот его, знаете, да. И после ножниц. Ног он обычно кидает тоже руки. Поэтому... Да, поэтому я думаю, что это не чистый боксер. Он, естественно, как любой казахский кикбоксер, как и в нашей стране, имеет так или иначе небольшой опыт бокса, а при этом он все-таки более универсален. Ну да, школа есть, школа у него хорошая, видно. Базовая школа. Школа есть, важна. Но мне кажется, парню нужно прибавить в тонаже удара. Молодец. В тонаже удара. Сейчас пропустил сам с левой руки и вроде бы так вскользь попал. Тут слева. Еще такой момент, он дает сопернику каждый раз восстановиться. Он после каждого удара, попадания своего, дает ему в себя прийти. Ну, создает такую ситуацию, наносит этот удар, заходит на эту дистанцию и вот сейчас вот, четко и все, и посмотри. И тут же стоит он почему-то и почему-то не смотреть. Продолжает то, о чем мы говорили с самого начала первого раунда, Михаил, не было сдвоенных стройных атак вообще. Еще вот он три раза подряд ему с левой в разрез попал. Мне кажется, что можно было бы уже попытаться, ну, добить его. Может, есть такой момент, что может он хочет именно подвигаться, продышаться, почувствовать, как бы, ну, побольше побыть в ринге. Это психологически очень сильно закрепляет, ну и уверенность придает. У меня было. Да, это действительно есть, да, правило, да. Но оно, это правило часто идет именно
в пику, когда боец выходит на много боев. Это когда пулька соревновательная, когда олимпийская система, когда ты должен выиграть у 4, у 5 своих соперников, чтобы стать первым. О, есть попадание жесткое, точность левой руки, и там нужно продолжение. Вот, вот только сейчас вот, повторно затяжку да, он сделал. Да, заметил, да, тоже? Вот, вот смотри, начал бить. Ох. И сам, посмотрите, в ответ в разрез пропускает. Пропускает, да. Ну, я думаю, что не акцентированный был удар, и поэтому он особой угрозы не нес. У Фанеля много эмоций в глазах сейчас. Глаза просто из орбит, можно сказать, выкатываются, потому что очень заряжен, конечно. Но это вот те самые вот нюансы, о которых мы с вами, Михаил, говорили до начала поединка. И прям первые секунды, где-то Фанель, может быть, подгорел. Да, для него, конечно, это бесценный опыт. Видно вот, да, как он, по его эмоциям видно, по выражению лица. Я помню свой первый бой, у меня такое же, наверное, было выражение лица. Руки-то потихонечку действительно они падают у Фанеля. Здесь вот слышим мы сразу же. Здесь, может быть, дистанцию. Да, контроль есть, там, как счет, грек, но все-таки да, не владеет очень серьезной такой боксерской техникой. Мы это с вами увидели уже. Но его удары тоже опасны, потому что он нестандартный парень. Если вы заметили, что он бьет все время. Вот сейчас пропускает он тяжелый справа уже, но от Фанеля. Фаниль, когда устает. И вот здесь продолжение требуется. Он когда устает, я заметил, он делает шаг назад на безопасное расстояние и восстанавливается. О, потом, сейчас смотрите, левый хайкик такой прилетел очень неожиданный и при этом неприятный для Фаниля. Ну, давай несколько слов скажем о греке. Однозначно. Да, на его месте. Кристош Фласирис. Да, я бы, наверное, на его месте активнее шел вперед сам. То есть он начал пятиться. Вот я еще раз говорю, нельзя пятиться от, особенно если у человека хорошая школа ударной техники. Нельзя от него пятиться. Он, ну, расстреляет. Поэтому нужно ну и концовка, было, нужно было сокращать дистанцию. Да, молодец. Та самая команда. И сейчас в эту команду запускает огромное количество ударов с рук, не контролируя на самом деле туловище и в целом своего соперника Фаниль Рафиков. Красивый бой. Красивый такой, учебный. Как по учебнику отработал в стойке. Молодец. Сейчас мы после, опять же, эпизода и паузы, той паузы, которая является стандартной в этом случае, когда судейский корпус быстренько совещается и передает те или иные карточки, уже заполненные судьями, уже с итоговым решением, кто одержал победу, мы услышим сейчас непосредственно уже, кто все-таки в этом бою победил. Но, по-моему, ни у кого, наверное, не оставляет вопросов. Это решение, да? Да, 3-0. Хет-трик у нас уже в команде есть. Молодцы, ребята. Причем я хотел бы отметить, ну, хорошие бойцы. Если в прошлый турнир все закончили в первом раунде в свои бои практически, то сейчас смотри, третий бой и все единогласным решением судей. То есть это говорит о том, что уровень бойцов, в принципе, хороший. Поздравляем Фаниля Нагая Рафикова.